Эрет упражнение дафи ми трактат Ева мод лист 77, я тонкий дверет волен лишь матконе, тверно с фатами сулу фатами сулу, шалом борис баулам. То говорит Мара Дистак. Мы вчера с вами прошли Амуни вело Амунит, Моави вело Моавит. Запрет амуницианину и моавицианину. Именно мужчинам жениться на евреях. Неважно, сколько поколений прошло после того, как они приняли еврейство, не имеет права жениться. То есть, если у этого амуницианина родился сын, этот сын не имеет права жениться на еврейке, внук, правнук и так далее. Вело амунит, вело моавит, но не амуницианка и не моавицианка. Они имеют право выйти замуж за евреев сразу. То есть, если она приняла еврейство как Рут, она тут же могла выйти замуж за своего мужа сначала, потом за Боаза. Откуда мы знаем этот заход, этот закон, эту алаху? Это спор мудрецов Мишны. Раби Иуда говорит, мы это учим из слов, как мы сказали, амунит, вело амуни, вело амунит, амуницианин, а не амуницианка, моави, вело моавит, моавитянин и не моавитянка. Раби Шимон говорит, мы это учим из пасука, написано в Торе, альдавара шелло кидму этхем балехем убамаем. Почему эти амуницяне и амуавитяне, мужчины, не имеют права входить в еврейский народ? За то, что они не встретили вас с хлебом и водой. Даркошер иш лекадеш, лекадем вело дарка шель иша лекадем. Кто встречает? Мужчина и не женщина. Поэтому мужчины были это наказаны за это, женщины нет. Теперь в связи с этим она приводит несколько агадических истории или алахот. Говорит здесь так. Дараш раба. Раба объяснил. Написано в Тейлиме у Давида Мелеха. Питахта лемосерай. Что это питахта лемосерай? Когда, я знаю, здесь коровы показаны или лошади, на них несут груз, запрягают их. Там есть веревки, за которыми этот груз прикрепляется к их шее. Говорит Давид, ты раскрыл мне вот эти два поводка, две веревки. Уздечки, которые привязаны были. Что это за две уздечки? Рут Амовия, Вена Ама Хам Амунит. Рут Амовия, это была прабабушка Давида Мелеха. Давида Мелех говорит, что я боялся, что она запрещена входить в еврейский народ. И второе, это Наама Ха Амунит. Амунитянка, кто была Наама, она была женой Шломо Амелеха. У него с ней родился Рехавам Амелех, следующий царь, и от него пошли все праведные цари. И династия Машеха пошла именно от амунитянки Наама, жены Шломо Амелеха. Поэтому говорит Давид Амелех, уже в Торе ты развязал вот эти два узла, две уздечки. И разрешил моавитянок и амунитянок брать в жены. Следующий, теперь говорит Гемара, когда он это сказал Рехаваму, когда его внук Рехавам, говорит, он сидел на его коленках, и он сказал, что этот пасук относится и к тебе, и ко мне. Это следующий пасук, на самом деле Хахамим спрашивает вопрос, как могло быть так, что Рехавам сидел на коленях у Давида, когда Давид скончался, Шломо Амелеху было всего лишь 12 лет. Этот вопрос задается, но есть на него ответ. Второй пасук из Тейлима приводит Рава и говорит так: «Работ асита ата адшем элюкай, нифлеотеха умахшевотеха элену». «Много ты сделал, Бог наш Всевышний, чудеса и мысли твои с нами». С кем это с нами? Почему во множественном элену? Не со мной, Давид Амелех сказал, а с нами. Как мы сказали, что это, он сказал Рехаваму, своему внуку, что это алаха, что амунитянка и моавитянка имеют право выходить замуж за еврея, относится и ко мне, и к тебе, мой дорогой внук Рехавам. Третий пасук в Тейлиме написано, говорит там так. «Аз амарти гине бати бемгилат сефер катув алай». Давид Амелех думал, что когда Шмуэль пришел помазать его на царство, именно в этот момент, или в этот момент истории, Всевышний решил, что Давид Амелех будет царем. Но Давид Амелех говорит, я вижу уже, они амарти гине бати. Я думаю, что сейчас, но на самом деле, бимгилат сефер катув алай. Бимгилат сефер катув алай, что уже в книге про меня написано. Что написано в книге? Пасук написан в Торе, что когда пришли уничтожать Лота, когда пришли уничтожать Лота, написано там, кум, что сказали ангелу Лоту? Кум ках эт иштеха ве эт ште бенотеха га нимца от. Встань, возьми свою жену и двух своих дочерей, которые находятся с тобой. Но это га нимца от, как меци от. Это две жемчужины, которые нашли, что Давид Амелех говорит, уже вот здесь, в этом слове, я намекаю в Торе от потомков Моава, это две дочери Лота, от которых он родился. Они моавитянки и амунитянки. Теперь.
Есть интересная история, Рапелицкий пишет, Рамуш Файнштейн пишет тоже в своей книге, введение в свою книгу, что был человек, который давал драшот. И однажды на парашат Лех-Леха, где там была история с Ноахом, он рассказал, как две дочери Лота нагло назвали своих детей Амон и Моав. Да. От моего отца Амон, это Моави от моего отца, Амон это Бен Амид, сын моего народа. Как так можно было? И он давал драшу, говорит, после этой драши он пришел к своему раввину и говорит, знаете, что меня скоро с этого мира, в этом мире не будет. Он говорит, почему? Потому что после этой драши мне приснились две женщины и сказали, как ты мог так про нас сказать? Все, что мы сделали во имя небес. И мы специально назвали своих детей именно так, что не сказали, что больше не было людей, они зачали от Святого Духа, как другая религия говорит. Я специально сказали так, чтобы не сделали из них идола, мы назвали это так. И за то, что он так про них сказал, не подумав, язык его распух, и он действительно скончался. Поэтому то, что они сделали, дочери вот это было во имя небес. Бехор. Два. Дальше. Амар Мула теперь. Дальше Гмара опять возвращается к этим запрещенным и разрешенным связям, женитьбе. И говорит так, Амар Ула. Амар Раби Йоханан, бат гер амуни кешера лекеуна. Говорит Уна, Ула со слов Раби Йоханана. Дочка гера, который амунитянин. Амунитянин принял еврейство. У него родилась дочка. Вопрос, посмотрим, на кого он женился. Этот амунитянин, у которого родилась дочка, после того, как он принял еврейство, имеет право выйти замуж за коэна. Так говорит Ула со слов Раби Йоханана. И Гмара сначала поняла, что здесь было. Был амунитянин мужчина, была амунитянка женщина, они были женаты. Потом они оба приняли еврейство, и у них родилась дочь. Вот эта дочь, в первом понимании Гмары, разрешено ей выйти замуж за коэна. Его сын Ула, спросил его, «Амал ре рава бар Ула, кеман, почему, для чего ты нам этот закон сказал?» Со слов Раби Йоханан, для чего Раби Йоханан учит? Почему мнению это идет? Ике Раби Иуда ха-амар бат гер захар ке бат халаль захар. Он говорит, то, что Раби Йоханан нас научил, не идет ни по одному мнению. Ни по мнению Раби Иуда, который говорит, дочка гера, муавитянина или амунитянина, у него родилась дочка, она как халала. Она как дочка мужчины, который халал, родившийся от запрещенной связи. И она не имеет права выйти замуж за коэна. Это мнение Раби Иуда. Раби Йоси же говорит, пшита, если мы идем по мнению Раби Йоси, здесь нам не нужно даже этот закон учить, потому что Раби Йоси говорит, пшита, герши наса гиорет биток ширали киуна. Герши женился на гиорет. Моавитянин женился на моавитянке, гер на одной герке. Она имеет право выходить замуж за коэна. Не нужно даже нам этого учить. То есть у них два противоположных мнения. Поэтому, кроме этого, говорит Мара, что мы не можем сказать, что это идет, что Раби Йоси здесь согласится. Почему? Потому что бат псуле лаво бекахаль. Она все-таки дочь людей, которые пасуль. Этот амунитянин, он пасуль, 100%. Чтобы жениться на евреях. Как коэн пасуль жениться или так хала? Говорит, но нет у нас такой алахи. We don't have a source. У нас нет источника для такой алахи сказать, что дочка таких герим не имеет права выйти за коэна. Что она пасуль. Поэтому говорит Ула своему, сын Ула своему папе, что нас Раби Йоханан учит. По Раби Иуда это не подходит, по Раби Йоси мы это само собой разумеется. Поэтому Гмара хочет сказать, мы выводим этот вопрос, не можем на самом деле вывести этот вопрос из Бадгер Амуни, дочка Гера Амуни. То есть, то, что мы сказали, что это были амунитянка и муавитянка, не подходит. Что мы можем сказать? Что Бад Коэн Гадоль Бе Альмана. Давайте выведем этот закон, что Коэн Гадоль женился на Альмана, на вдове, имел право или нет, не имел права. Дочь, которая у него родилась, называется Халала. Халала Упсула Лекиуна. Теперь, она имеет право выйти замуж за Коэна или нет, не имеет права. Точно так же Гмара хочет сказать, что вот этот амунитянин, их дочка тоже не имеет, он же тоже не имел права выйти, жениться на еврейке. Шекен Биато Бавера. Но здесь есть разница. Этот амунитянин и муавитянка, когда они женились, и можно было между собой жениться или нет? Можно было. Их интимные отношения были легальные или нет? Легальные. Но у этого коэна отношения с его женой были нелегальные.
Теперь здесь мы сейчас пойдем, что называется то, что творит Цада Шави. Если есть два закона, похожие друг на друга, у одного причина, вторая, другая причина. Но если у них есть вместе причина, как называется по-английски common denominator, или общий знаменатель, тогда мы говорим, причина этих законов именно вот этот общий знаменатель. И сейчас Гемара пытается показать, что здесь есть общий деноминатор, но каждый раз находит показать, что есть что-то отличается в этом общем деноминаторе. What? Теперь, мы здесь сказали, эта дочка Куэна от вдовы запрещена, и это амунитян запрещен. А, какая там разница? Ну, есть там разница, какая разница? Куэн неправильно имел интимное отношение со своей женой. Это было запрещено. А амунитяне и муавитянки имели. Тогда скажем, бат халаль бе Исраэль, дочь халала. То есть, скажем, мужчина халаль. Yeah. У него родилась дочка. Халало, теперь она, у него грех был, нет, халал имеет право жениться на простой еврейке. У него родилась дочка. Халала упсулала куна, его дочка тоже халала, и не имеет права выходить за коэна. Тоже, как говорит амунитяне, не имеет права жениться на еврея. Говорит Гемара, нет. Ее папа был зачат в грехе. Ее папа был, что написано, шекен ецирато ба авера. Ее папа, этой девочки, которая халала, он же халал, она не халала. Она халала, потому что папа ее халал. Папа, может, ее ничего запрещенного не сделал. Сейчас, когда он женился, но когда его зачали в грехе. Ма, хацада шаве шибахен, шекен еш бахен цад авера. Теперь, у этой девочки и у дочки Коэна что одинаковое? Что у них есть грех, но у амунитянина и амунитянки греха нету. Три. Поэтому говорит Мара, Раби Йоханан говорит о каком случае? Амуни шенаса бат Исраэль. О случае, когда амунитянин женился на еврейке. Имел право или нет? Не имел права. Но он все-таки женился. Афгав дебиато ба авера битокшера. Несмотря на то, что его отношения с его женой были в грехе, запрещены Торой, дочь его, кошерна, имеет право выйти замуж за коэна. Так объясняет Гемара. Но, говорит Гемара, Риш Лакиш не согласен. Как говорит Равин, бат гер амуни у бат мицри шени. Теперь, он говорит так. Дочка гера амунитянина. Дочка. Амунитянин сам не имеет права жениться, но дочка, дочка. У нее родилась дочка. Теперь, у бат мицри шени. Египтянин сколько времени имеет права жениться на евреев? Три поколения. То есть, на самом деле это два. Он и его сын. Его внук уже имеет право жениться на еврейке. Но его сын поторопился, и он женился на еврейке. Убат мицри шени. Они женились на еврейках. Это было запрещено. И у них женились, и у них, у обоих этих родились дочери. Реш Лакиш говорит, Реш Лакиш амар песула. Она, такая дочка, будет запрещена. И амунитянина, и египтянина во втором поколении запрещена. Откуда он берет это? Из Коэн Гадоль Беалмана. Как Коэн Гадоль, который женился на вдове, его дочка халала и не имеет права выйти замуж за Коэна, так и здесь биата, биатан, баавера. У всех, у них троих, интимные связи были в грехе, в запрете. Поэтому их дочь будет запрещена за Коэна. Раби Йоханан амар кшера, Раби Йоханан говорит, нет, она пойдет. Откуда он это выводит? Из пасука, который говорит, ки им бетула ме ама виках иша. Что написано про Коэна? Коэн должен жениться на девственнице. Коэна Гадоль, это... no? А? Коэна Гадоль. Коэна Гадоль. Коэна Гадоль. На девственнице. Теперь. И простой Коэн тоже на девственнице или на вдове. Да. Теперь. Что на... это... Киим бетула миамабик ахиша. Это повелительная мицва или запретительная мицва? Okay. Пусть он возьмет себе девственницу. Это повелительная мицва. Бог говорит, сделай. Не говорит, не делай. И кроме того, говорит, поэтому он говорит, я учу, и в Торе написано «Меамав». Почему «Меамав» написано? «Ким бетула меамав». «Амав» нужно было. Буква лежит «Амав, меамав лехави бетула хабаа мишне амамин». Он говорит, что он может взять девственницу, которая родилась из двух народов. Что значит «из двух народов»? «Амуни шенаса бат Исраэль» или «Амуни», амунитян, который женился на еврейке, он один народ, она второй народ. Или мицричини шенаса бат Исраэль, или египтянин во второе поколение, который женился на еврейке. Или другое объяснение. Амон и Моав, у них, когда они входят в еврейский народ, как бы есть две части. Мужчины никогда не имеют права жениться на еврейках,
а женщины, да, имеют право выходить. То есть Рабби Йоханан говорит, отсюда мы видим, что Коэн имеет право жениться на такой девушке, которая появилась из двойственного, скажем, двойного народа. Теперь, Марша спрашивает Боаз, как он взял Рут? И мы говорили с вами, правило такое, что есть мицват асе дохе лот асе, есть повелительная мицва, которую нужно сделать, и есть запретительная мицва, повелительная мицва отодвигает запретительную мицву. У Боаза была повелительная мицва сделать ибум. Запретительная мицва, что тогда еще не решили, скажем, что моавитянка не имеет права входить в еврейский народ. Поэтому его повелительная мицва сделать ибум отодвинула запретительную мицву моавитян, в общем, скажем, моавитян как народа, входить в еврейский народ. Хотя тогда уже Боаз сказал, что закон, что женщина имеет право, это одно из объяснений. Но все-таки на это гмара, на его объяснение, на объяснение Марша, на самом деле другие задают вопрос, что сегодня мицват ибум после дарования Торы только братья могут сделать эту мицву. Иуда женился на Тамар, это было до дарования Торы, там родственники близкие тоже делали. Но как бы там ни было, там было до дарования Торы, здесь после дарования Торы. И он говорит по одному из объяснений, Боаз, уже ему было тогда 400 лет. У него не было, нечего ему было терять, там был другой человек, который был ближе к Рут, он сказал, я не хочу портить свою родословную. Боаз ночью женился, утром он умер, но она забеременела, и пошла отсюда династия Давида. Дальше, Мишна сказала в конце, так, Мицри веадуми эйнам асурим эля ад шлоша дорот. Египтянин и эдумитянин не имеют права жениться на еврейках в течение 3 поколений. Внуки уже их имеют право жениться. Это мужчины. А что с женщинами? Эхад захарим, эхад накевод. Хахамин говорят, Рабанан, это мужчины и женщины, 3 поколения запрещены. Амонитяне и моавитяне, мы сказали, мужчины запрещены навсегда, а женщины сразу можно. А здесь мужчины всего лишь на 3, и говорят хахамим, и мужчины, и женщины 3 поколения имеют право. Раби Шимон Матир, это такие вот мият. Раби Шимон говорит, нет, эти женщины имеют право сразу выйти замуж. Египтянки и эдумитянки. Почему? Раби Шимон, кальва хомер, хадеварим, он говорит, мы идем от простого к сложному. Ума им бемаком ше асара это згарим и сур олам хитир это такие вот миятки, мы сказали, там где Бог запретил мужчинам входить в еврейский народ на веки веков, женщинам разрешил сразу входить народа Амона и Моава, маком ше ло асар это згарим эйла ад шалош дорот, эйно дин ше натир это такие вот мият, там где он запретил народ всего лишь, мужчин всего лишь на 3 поколения, мы должны сказать, что женщинам тоже можно сразу жениться. Бехор? 4. Говорят хахамим, они сказали так. Им алаха некабель, ве им ледин есть тшува. Хахамим говорят ему так, Раби Шимон, если ты говоришь нам, что это алаха, которую ты получил от своих учителей, от своих раввинов, мы примем. Но если ты говоришь это от простого к сложному, если там, где навсегда запретили женщинам, сразу разрешили, то здесь, когда запретили всего лишь на 3 поколения, тем более надо разрешить. Почему вы запрещаете женщинам тоже на 3 поколения? У нас есть для тебя ответ. И Гмара говорит опять, Сада шаве эхад схарим эхад накевод асурим. Что они хотят привести ему пример. Например, они говорят, первое, мамзер. Человек, который мамзер, там запрещены и мужчины, и женщины. И так они хотят сказать, и здесь у египтян и едомитян запрещены мужчины и женщины. Говорит им Раби Шимон, там наказание карет у мамзера, если, а здесь нет. Или человек, который женился на мамзере, он карет не получает, или она вышла замуж. Но родители, этот мамзер был зачат с запретом карета. Или это чужая жена, или это его близкие родственники. Другое, они сказали арайот. Что это арайот? У нас есть запрещенные связи. Человек не имеет права жениться на своей дочери, но потом имеет жениться на своей внучке. Мы видим здесь 3 поколения. Внучки, вот. На внучке. Хахамин запретили шниот тоже. Что им запрещено. Но здесь арайот, близкие родственники, там тоже карет. У амунитян и муамитян нету карета. Амар лахем локи алаха они умер. Говорит Раби Шимон, нет. Я говорю вам закон, который я учился у своих учителей, у своих раввинов. И хахамин говорят, что здесь он дал двойственный ответ. Первый, амар лахем локи. Он говорит, то, что вы говорите здесь, что здесь есть общий знаменатель, потому что вы идете по мнению Раби Элазар бен Яаков, который говорит, есть халал в повелительную мицвот асе.
Есть халал, написано в Торе, что коэн гадоль не имеет права брать вдову и разведенную. Это запретительная мица. Но есть повелительная мица, что мы сказали, что он должен взять девственницу. Говорит Раби Элазар бен Яаков, что в повелительной мице тоже может быть халал. Как? Если коэн женился на коэн гадоль женился на девушке, которая была или изнасилована, или уговорена, она уже не девственница, но все, что он, она не блудница, потому что это было, скажем, один раз, и он не нарушает запрет, он не берет ни вдову, он не берет ни разведенную, он нарушает повелительную заповедь «женись на девственнице». Ее изнасиловали или уговорили, она сейчас уже не девственница. И говорит Раби Элазар бен Яаков, «Ешь халаль бемехаве асе». Что да, здесь есть такой, тоже такой халаль. Но говорит Раби Шимон, «Эн халаль бемехаве асе». Раби Шимон говорит, что нет. Халаль будет только от запретительной заповеди, а не от повелительной заповеди. Поэтому здесь нету чего-то общего, нету общего знаменателя, что все было в запрете. Поэтому он говорит, «Я могу свой кал вахомер». Это один ответ. Второй алаха не умер, он говорит, я выучил это у своих мудрецов, что Исур Мицриве Адуми Захарим Беронаке Вот относится к мужчинам, а не к женщинам. Теперь мы знаем, хахамим говорят, Калев женился на дочери Паро. Батя Бат Паро, так который спасла Моше Рабену, женился он на ней. Спрашивает хахамим, как он мог жениться? Тора говорит, не имеешь права жениться на первом поколении египтян. Да, она спасла Моше Рабену, но она первое поколение египтян, то что Тора запретила. То в одно из объяснений, которые дают, что это было до дарования Торы. Другое объяснение, что они все приняли еврейство, те, которые вышли из Египта, Эревра. Дальше, говорит Гмара, приводит похожую брайту, связанную с этим. Брайта говорит так, «Бани машири вальду лахем дор шлиши яво лахем бихалашем». Дети, которые родятся у них в третьем поколении, войдут в общество Всевышнего. Раби Шимон, «Бани вело банот». Раби Шимон говорит, вот, что написано, мужчины, сыновья, которые у вас родятся. А не девочки. Девочка можно сразу. Где мужчины на третье поколение? А девочка можно сразу. Рабиуда, Ашеривалу. Рабиуда говорит, что здесь написано? Которые родятся у вас. Рождаются не только мальчики, рождаются тоже девочки. И есть большой вопрос, когда в Торе написано «баним», это не только мальчики. Очень часто имеется в виду дети, которые есть. Children. Теперь, и Раши объясняет так. Кола нуладим лахем афилу некевот бемашма. Как мы сказали, второе объяснение, одно объяснение Раши. Раби Иуда говорит, все дети, которые у вас родятся, даже девочки, запрещены три поколения. Второе объяснение Раши. Эти дети, эти сыновья, они зависят от мамы, которая их родила. Если она эгерка в первом поколении, ребенок второй. Если нет, зачем нам это надо? И это объяснение объяснит на следующем листе. Но здесь есть интересный поинт, который Гмара говорит, хочет, мы должны понять, что, по мнению Рабанан и Раби Иуда, Исур Мицри Адуми, египтяне и едомитянин, относятся и к мужчинам, и к женщинам. Тогда гер египтянин имеет право жениться на гиорик египтянки. Но по мнению Раби Шимона, что египтянка, которая приняла еврейство, она сразу считается частью еврейского народа. Тогда этот египтянин не имеет права на ней жениться, потому что он должен жениться на другой, тот, кто пасуль лавоба кахаль, а она считается час кахаль. Поэтому он должен жениться на другой такой девушке, которая не имеет права жениться за простого еврея. Баруха Адонай леолам. Амен ве амен.